Парни, привет! Сегодня новая серия из цикла «Жизнь замечательных людей». Знакомьтесь, Иван. Привет. Очень старый мой товарищ. Вы же знаете, что я тоже делаю второй этаж у себя в лофте. Сижу я, значит, что-то там в ВКонтактике залипаю. И вдруг вижу, как Ваня выкладывает себе в Инстаграм. А, ВКонтакте, по-моему, да, ты? ВКонтакте. И ВКонтакте выкладывает просто вот это произведение сварочного искусства, винтовая лестница. А я, кстати, хочу сказать, что я провел какое-то время на Ютубе, то есть я мечтал себе в лофт о винтовой металлической лестнице, но просто понял, что это очень дорого. Ну, вот. И самое главное, я изучал Ютуб, никакой информации не нашел о том, ну как это сделать, какая трудоемкость. И вот просто подарок судьбы. Смотрю, Ваня сварил такое вот замечательное изделие. Задам несколько вопросов. Ну вот, тут даже, в принципе. Давай, наверное, с расчетов начнем. Да, можно начать. Ну, в общем, изначально, вот, наверное, вот это вот все, короче, да, без этого, все, что у нас было. То есть 1,5 метра диаметр и приблизительное количество ступеней, которые по дизайн-проекту нам досталось. А, количество ступеней тебе примерно уже все-таки было? Да, была картинка, на которой я, так напрягшись, высчитал 11 штук, по-моему, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, да. Слушай, каких-нибудь компьютерных программ, ничего такого не нашел? Слушай, все это есть, и этим люди пользуются, но не я. Я понял. Ты по старинке. Я как бы такой, да, я старовер. Вот я взял циркуль, взял листочек в клеточку, тут соблюл масштаб. То есть, ну, по сути, да, у меня тут клеточка равна там. Ладно, я понял. Короче, клеточками, линейками, циркулями. 750, в общем, 750, ширина. 750, да, ширина. Прошелся сейчас я на ней туда-сюда. Ну, самый раз. Больше будет, конечно, прикольно, но сожрет много места, а меньше уже. Наверное, не очень удобно. Меньше ходить. Тяжело ходить, да. 75 это такое. Прям оптимально. Минимально оптимальное, да. Меньше нельзя. Ваня, а сколько материала ушло? Так, ну, ушел один лист с этими, с насечками 3-миллиметровый. Вот этот. Да, рифленый лист. Ушел один, не полностью, он там типа. Он еще остатки. Считайте, что если у нас как бы было 2,5 на 1,5, ага. Да, мы, короче, так ее располагали, вот таким образом. Получалось, что у нас, ну, грубо говоря, там 1/4, 1/3 листа осталось. Ага. Вот. Ушла одна труба, 76-я, со стенкой там, по-моему, 4. Ну, как одна. То есть мы купили 6 метров, да, 2 метра мы использовали. Вот. Ушло профильные трубы. 30 на 30 со стенкой 2, 18 плюс 6, 24 метра, да? Это которая. Это основа ступени, основа... Да, на которую наваривался лист. Ага. И на перила. То есть изначально перила планировались без цепей. Так. Основная перилина была ДУ-25. Угу. Ее, короче, ушло. Ну, я заложил типа 30 метров, да, и ДУ-20 планировалось вот сюда. Ну, тоже было заложено 30 метров, но взяли в итоге цепи. Цепей ушло и на перила там, и на перила здесь. Порядка, ну, мы купили 4 бухты по 15, ага. 15 метров. Ага. Собственно, вот, это что касается материала. Ну, еще был куплен, точнее, сделан из того же листа. Опоры на пол, в центральной трубе у нас там еще одна труба, которая на 0,5 метра уходит в пол, к ней приварено квадратное основание, к которому уже приварена типа центральная стойка. Ага. В общем, мощь. Да, я, конечно, переживал, что она будет, это одна из первых лестниц, и я переживал за ее прочность, но привязав ее в центре, с края на первой ступеньке и наверху на последней к потолку, получилось, что ничего никуда не девается. Ну, огонь, да, вижу. Я походил, да. Я
100 с лишним вешу, она даже не шелохнулась подо мной. Слушай, какие-нибудь это тонкости, нюансы, сложности? Наверняка ты ломал голову, как вообще, с чего начать? Слушай, ну, вообще, конечно, ломал, но не зря. Потому что особых сложностей не возникло. Единственный нюанс, который я так не то чтобы не продумал, который не получился, да, у меня. Когда мы стали складывать вот эти части ступенек, начали вести, я подумал, типа, мы кладем сюда, заворачиваем следующую, заворачиваем. Приходилось немножко здесь подпиливать криво. То есть они у нас так прям четенько не приходили. То есть небольшой угол нужно было давать, чтобы не сжирать здесь много пространства. То есть она здесь запилена не, скажем так, не четко вот так вот вровень, а немножко с этим, вот с таким как бы этим, да, ага. С небольшим кривизной. Ага. Вот. Сначала установили трубу, привязали ее к потолку центральную. Потом наделали ступенек. Потом рассчитали сначала все на бумаге, там калькулятор, да, вот это все расстояние между. Учли, короче, да, там толщину листа, ага. Учли 30-й наш профиль. Вот видите, здесь есть пометки, да. То есть изначально мы на трубе размечали. Что характерно, немножко как-то почему-то не совпало, да. Но, вероятно, из-за того, что у нас там где-то там плюс-минус, знаешь, там маркером толстым рисовали, ушло. Но что характерно, пришло как типа и планировалось, да, к полу, куда нужно, туда и пришло. То есть ага. Это так, чисто навскидку. Более того, рассчитав вот этот размер, мы сделали кондуктор, который использовали для выставления ступеньки. То есть, чтобы у нас все это в воздухе не висело постоянно, мы брали струбцины, притягивали кондуктор, на него клали верхнюю ступеньку, выставив первую по уровню в горизонт, что так, типа что так, ага. И прижав этот кондуктор, тоже здесь все четко под 90 градусов сварено, ступенька просто ложится. Здесь ты попадаешь в метку, на всякий случай там делаешь прихватку, выставляешь ага. Уровень, проверяешь себя, все, прям это прижато к нижней ступеньке струбциной, это прижато здесь тоже струбциной, все, обварил. Ну и вот таким способом мы сильно облегчили себе задачу. И пошел. Да, пошел. Вот единственный нюанс, что у нас сначала типа, тут... Ну, то есть первую мы сделали, вторую поняли, что она будет подпиливать немножко косо, ага. Чтобы не сжирать вот это пространство. Вот. Сделали все ступеньки, стали делать перила. Тоже, чтобы не мучиться. Ну, во-первых, мы сразу высчитали, да, что у нас там 30 сантиметров ага. Ширина ступеньки, где-то здесь отступ, где-то здесь приходит. То есть тоже был сделан. Небольшой кондуктор, о, который вот хоп, поставил. Мы выставляли, здесь прижимали струбциной, стреляли вот так вот на глаз аккуратненько, угу. Чтобы у нас эта часть была параллельно краю струбцины. Вот эту вот цепь не натянули, кстати, остальные натягивали уже потом, но это вернусь. Вот. И все, и вот так же пошли до самого верха. Там, конечно, наверху пришлось немножечко посложнее исполнять, потому что уже вот решили делать типа цельный гиб, и то немножко не попали, там буквально не попали сантиметр. Пришлось его в одном месте там вырезать. Ты про вот эти перила, да, верхние? Да, я вот про эти перила. То есть я хотел сделать сразу из цельного куска. То есть вот она у нас пошла одна, да? Раз, два, три, четыре. И вот здесь просто я не попал, сантиметр, чуть-чуть ошибся в расчетах, поэтому пришлось здесь распилить. Ну, собственно, вот единственный нюанс такой был. Эта часть точно так же сделана, типа из цельного куска, здесь я уже все попал, куда надо. Ага, вот ты перфекционист. Ну, я же не только перила делаю, а еще и всякие эти высокотехнологичные штуки, типа велосипедов, там-то надо соблюдать. Ну, что еще про перила? Здесь мы сделали площадочку, да, которую на 4 анкера прикрепили к стене.
Потом, ну, чтобы не было гаек там и всего остального, просто все это обварили, вот, ага. чтобы смотрелось так побрутальнее. Ну и потом уже перила к этой площадке приваривали. С той стороны также, точно так же все сделано. Потом брали цепи. Решили, вместо того, чтобы быть ДУ-20, более тонкая труба, но решили, чтобы сочеталось с забором, с другой частью конструкции, интерьера, ага. решили тоже продолжить цепями. Ну, в общем-то, я считаю, что не зря так решили. Да, вот. Выглядит круто. Да. На заборе цепи мы, короче, пытались натянуть, но у нас там не было подходящей струбцины. И поэтому вручную делали. Но здесь уже внизу, если здесь посмотреть, они все-таки немножко болтаются. Но так как они особо не несут никакой нагрузки функциональной, чисто можно себе, скажем так, позволить и такое натяжение. Но тут решили сделать, потому что там же никто не ходит особо. А тут будешь ходить, они все будут там звенеть. Поэтому вот использовали такую струбцину. Ее брали. Так, где удобнее показать? Ну, я понял, да. Ну, грубо говоря, вот так вот. Натянули. Подтягивали за звено выше. И приваривали уже тут. И приваривали. Так что получилось натянуть. Как видите, здесь у нас никаких швов нету, да? Потому что все приварено снизу на точке через 4 сантиметра. Там так получалось, а вот, аккуратненько. Тут, да, можно посмотреть снизу. Я, например, могу подсветить там, если не видно. Давай. А вот видно. Да, кстати, вопрос такой. Вот, видишь? А чем варил? Варили полуавтоматом. Полуавтомат ESAB Кэдди 220 МИГ. Да, вот он. Шикарный автомат, куплен 4 года назад. Ну, менял рукав там внутри. Вот, все остальное. Ну, вилку вот поменял. Да? А что не электродом? Электродом не будет так красиво, да? Ну, во-первых, не будет так красиво. Можете обратить внимание, я как бы старался еще типа и так делать, да, чтобы. Ну вот они швы. То есть их потом как бы и зачищать не надо, да. И, ну, все-таки полуавтоматом это быстрее, на мой взгляд, да. И, ну, мне привычнее. Мне нравится. Потому что автомат легонький, маленький, перенес. Хоть на плечо повесил и пошел. Так, что еще-то рассказать из нюансов-то? Да вроде, ну, на самом деле, глаза боятся, руки делают. Я когда начал, думал, что, блин, как это все получится. Самое главное, По картинке из интернета. По картинке из головы дизайнера. У нас же так обычно это делается. Ага. Дизайнер придумал, а потом мучаешься, как это сделать. Ну, такое из моих основополагающих жизненных принципов. Ну и его, наверное, можно вычленить в совет. Короче, не ленитесь, потратьте немножко больше времени на раздумья, на размеры, на расчеты. Где можно, сначала прихватывайте, везде используйте уровень, слесарные уголки, чтобы у вас везде четко было, либо параллельно, либо 90 градусов, либо в уровень. Потому что одно небольшое где-нибудь отклонение там, на пару миллиметров или на пару градусов внизу, в итоге, короче, наверху приведет вас вот просто вот к такому. Ну, как обычно, и все набегает. Да. Прогрессия геометрическая. Да. Поэтому одинаковые те самые размеры, одинаковые пилы. Мы пилили отрезной обезьяной Hitachi. Можно, да, рекламировать? Так почему нет? Да, мы купили бэушную Hitachi, установленную, ей пилили. Купили хорошие диски. Где-то они у меня тут. А, кстати, вот что хотел рассказать как раз. Хорошо, что про диски вспомнил. Наверное, могут возникнуть вопросы, чем это самое. Гнули. Гнули вот таким трубогибом. ТПГ-1Б. Да. Выглядит вот так вот. Ну, в принципе, конструкция стандартная. То есть такой. Слушай, я сначала думал, что он тоже Hitachi. Так написано, да, смотри. Я думаю, нихрена себе, Hitachi, наверное, дорогущий. А он инстан, короче. Я только когда закончили гнуть, понял. Вот. Это твой велосипедный, нет? Нет, это, в общем-то, вот этот для сантехнических труб, для трубы со стенкой там
3-4 миллиметра. Вот. Ну, 2,5 он тоже гнет, но уже так, начинает подплющивать. Для велосипедов используются другие, там, подороже, по технологичнее. Что касается тоже гиба, ну, там, опытным путем, короче, было выявлено, что вот у нас Куансон. Я сразу размечал, чтобы не одинаково погнуть и материал типа не тратить. Как бы. Вот у нас здесь центр и здесь по 10. Угу. То есть вот он гиб выходил типа 20 сантиметров, 200 миллиметров. Да? Ну и тут сразу от этого гиба я брал, от этой метки, да, где начинается ровная труба. То есть сразу замерил, все было размечено, все было одинаково погнуто. Потом, короче, первую поставили, вторую поставили, метки сняли и по всем остальным... уже на все остальные части перенесли, вот, собственно, и получилось. Потратили, наверное, вдвоем, мы потратили дней 10 в общей сложности. Ну да, таких, ну не то, чтобы мы там прям пахали как вол, как быки, точнее, или как там, как лошади. Угу. Вот. Ну, в принципе, там, 8-часовой рабочий день с обедом, как бы, да, и там, так, с тактом, с расстановкой, аккуратненько, не спеша. В общем-то, достигли того, что ничего не пришлось переделывать. То есть все как бы встало само на себя. Само все везде подошло. В общем, результатом остались довольны и мы сами, и заказчик. Крутяк. Вань, какой город? Город Петербург. В общем, можем и гастролировать, если что. Ссылки вот. Будут? Ссылки будут в описании, да, на инстаграм-канал, наверное, заведем его. Возможно, в будущем будет YouTube-канал, но это, наверное, в будущем. Вот, инстаграм ближе, проще, там все контакты будут, если что, вся информация, будем выкладывать. Так что, парни, давайте лайкайте, задавайте вопросы, жмите ссылки, переходите по описанию. Все, Вань, спасибо огромное. Shall we begin?